Итак, всем привет! Меня зовут Денис, на канале Фредди Весплей. Мы продолжаем играть в игру в петля времени. Не помню, какое это будет уже видео по счету, или 19-е, или 20-е, или 21-е. Короче, мы вот этих двух любовников скрестили. Ну, они сами скрещивались, правда, они там вроде как поссорились, но в итоге, я смотрю, они все равно в бункере. Ладно, это потом. Мы достали код для фейерверка. Для открытия сейфа, где хранятся фейерверки. Мы подорвем их, наверное. Ну, короче, что-то с ними сделаем. Или заложим взрывчатку. Что мы еще сделали? К собаке мы ходили. Да, по идее, вы увидите этот трэш, который там происходил. Это, наверное, самый трэш был. Из всех трэшов, которые только были. Экшен, так сказать. Что еще? В принципе, все, да? Ну да. Там мы затопили, туда-сюда. Сюда-туда. А, выяснили фишку, что... Интервенты, да, это ж... интервенты. Да, походу, это они. А, идеологи, о. Идеологи, короче, когда они умирают, снова возрождаются, они не помнят этот день. Прикиньте, вот это жопа. Не помнить день, вообще день не помнить. Зато Джулиана и... вот этот чувак. Забыл. Кольт. Написано ли, я не могу прочитать. Ой, вот этот Кольт, короче, и Джулиана, они помнят эти дни. Короче, какие-то особенные. Ну да ладно. Сейчас мы сходим, откроем сейф. Так, что у нас тут жуткий? Автомат под названием... А, да, точно. Это ж там был. Он задает вопросы, и мы должны на него отвечать. Нахер он вписался, киоск аналогично тоже туда же. Порочка резины. Не, группа отчаянных. Бессонная. А это ж. Там я открыл, там сейф подключил. А шо, все, вот это вот. Да, побежали. Таймер не поставил. Не поставил я таймер. Негодяй. Негодяй. И звук тебе кичу. Значит, как опять. Как обычно. И оп. Эй, Кольт, давай-ка нахер. Конечно. Дорогу покажешь? Да, надо бы, а то заблудишься. Ну так что, идем? Тебе не понравится моя компания. Поверь мне. Ну, хоть в чем-то мы согласны. Так, блядь, там глючит, нахуй. Потом выход. А ну, тихо. Сейчас пробуем на этом. О, нормально. Ебать, что-то уебало там. Что-то не веселятся. Зима, а чё зима? Осторожно. Чуваков нету. Зима, осторожно, я понял. Что осторожно? А почему осторожно и почему зима? Вот что я не понял. Опля, опля. О, там их двое. О, вон где он стоит теперь. Видишь, как сделано. Однако. Все, постреляй. На. А что он меня не видит? Да? Я до него не достаю. Полетели. А смысл вне музыки? А, там еще один внизу. А, вон он. А вон еще типы. Такого не было. Раз, два, три, типа. Эх, о, попал.
Лучше пиздиться будем. Ой. А. Тренировка. А тут? А, тут их нету, да? Ну да. Это получается, они там теперь остались. А, вон еще один. А он еще один. Ёпты. Ёпты, сколько у вас. А я достану. Хуя. Чёрт. Не гуди. Бля, не достаю. Все нормально, тихонько. Что, рогает? Сыт? Бухой. Новый год у нас. Блин, охренеть. Нахренячило. Так. Есть то? Нету никого. Деактивировать. Ой, не то пальто. Ой, вообще не то пальто. Взяли. Вот сюда. Рынь. У меня, ух ты, у меня нету телепортации. Когда подписывался чек со всеми нулями, мне другое обещали. Тебе в принципе, блять, не попал, не обещали смерть, да? Плохо дело. Да? О, там что-то такое мощное, слышишь? Кого-то. Блять, тема охрененная, охренеть. Вот это я понимаю. Пырдец. Умение просто бомба. Что это? О, что-то мощное, слышишь? Пуль взрывается при попадании. Вот она, вот эта, блядь, херня была. Хренячила, сука. Вот это, блядь, говно, блядь, взрывалось. Музыка идет? А, музыка. Вот это вот, да? Вот это оно ж, блядь. Сейчас попробуем. Ой, блядь! Попробовал, блин. Нахуя я вообще все... Ебать, а как вылезти? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Че, блядь, думал чувак, а то этот дымоход. Вот эта тема. Вот это я понимаю, пушка. Вот эта пушка по мне. Теперь главное, чтобы она не зависла. Где там еще? Нету никого. Бля, зависнет сам, сука, убьюсь. Взломали, годится. Использовать. А что я должен сделать? Петарда. Пью. Оно то заебись. А что я сделать должен, да, ёпта. Так, а ну-ка. Ладно. Так, мне надо строить диверсию, да? Отключить подачу этой энергии, повредить шнуры, может вот это поколдовать надо нет, не надо. Давай, наверное, повредить шнуры, отключить подачу энергии. Давай повредить шнуры. Приятной смерти, Фрэнк. Что-то почитать можно было? Нет, ничего. Так, побежали отсюда. Больше мне тут делать нехуй. Пушка, огонь, блин, сейчас я его улучшу, у меня останется. Эх, сейчас бы хотя бы не зависло. Не пойму, чё оно подвисает. Хрен его знает.
тема, что ему сказать. Реально тема. Вообще, вот это вот, блин, я и так искал долго, блин. Все никак не попадалось. Да. Есть такое дело. Дальше поехали. Так, а теперь у нас... Там что у нас получается? А дальше. Проводить шнуры повредил. Величайший хит завершен. Повредить шнуры. А надо либо... А я что сделал? Не повредил или... Ну да, повредил шнуры. Вроде. Да, это все хорошо. Вот ловушка для Фрэнка. Бедняга даже не знает, что его ждет. Так, это у него вечеринка у Фрэнка, правильно? Это он запускает фейерверки и ему кирдык. А вот этот профессор, подожди-ка. Мне ж надо за один день убить всех. Так, сейчас, где там? О, пушечка. Тихо. Тихо, надо улучшить ее. Оружие. Не, где? Вот оружие. Где, вот она. Хе-хей, все, теперь ты у меня будешь. 2,5 осталось. Че так мало? Ой, пожертвовать. Ну, по большому счету, в принципе, здесь очень нужен именно дробовик, хочешь ты, не хочешь. А вот это не так нужно, но... Вот это хорошо стреляет глушаком. Ладно, так, подожди. Подожди. Ой, а чё я? Да это можно смело. А шо ноль? Ноль. Хе. Бесполезная штука. Ну да. За ноль продажа. Так. Бежим сюда. Теперь сюда. Ну... А чё оно? Не понял. А, ёлки-палки. Ого, какое. Какое интересное. Так, шквальный огонь. Увеличит скорострельность. Ну, естественно, там вообще... Вот быстрая перезарядка, да. Это мне надо. Ага. Чё-то тупануло, оно уже куда-то стоит. Ладно. Серьезно увеличивает дальность прицельной стрельбы. Крутой стрелок. Вы прицеливаетесь много быстрее. Это мне нахер не всралось. Отличный стрелок. Точность вашей стрельбы. Да понятно, расстояние. Удар молнии. Расстояние, на которое ваше оружие наносит максимально. Там еще и взрывается его, толку с него. Серьезно увеличивает дальность. Да что такое? Оно все надает. Вы можете моментально доставать. Меняйте оружие. Вы прицеливаетесь намного быстрее. Ладно, давай это. Хорошо. Вы прицеливаетесь намного быстрее. Это имена, точность всех ваших прицелов. Высоту серьезно увеличивается. Давай вот это возьмем тогда. И серьезно увеличивает дальность прицеливания. Прицельной стрельбы. И вот это, наверное, да? Вы прицеливаетесь намного быстрее. Очень много для выстрела в голову. Крутой стрелок. Или крутой стрелок взять, а? Че взять-то? Или вот это, или вот это? Вот это? Или это? А, это у меня уже взято, ёпты.
тогда вот это. Правильно? Да. Сейчас. Una momento, please. Так, вот это все попродавать нахер. Дел. Все пожертвую. Подожди, что это такое? Вы наносите и получаете меньше урона, займ чем. Дружеские турели погрузы настроить. Да нет. Это продать тоже. А что тут еще? Где-то что-то еще такое видел интересное. Вы получаете намного меньше урона, когда не было. Нет, вот это вот интересно. Пожертвовать. Оружие. Сюда. Тихо. Ага, значит можно продать и эту. Я понял, надо быть аккуратнее. Кто продал? Ага, так, а. Все, да, и тебя тоже продать. А теперь мне надо это улучшить, насытить. Это осталось оружие. Ну хуй с ним, да. Все равно, конечно, ноль без разницы. Так, и вот это, наверное, насытить, да? Щедрый урожай. Вы собираете, понятно. Давай тут насытим, да. Так, теперь назад. Сюда, где она? Вот сюда. Вы еще быстрее восстанавливаете здоровье. И прямо молодеете. Так, хорошо, ладно. Вы восстанавливаете гораздо больше общее здоровье. Максимальное здоровье серьезно увеличивается. Давай вот это, наверное, возьмем вот сюда. Вы еще быстрее... Нет, где она делась? Вот она. Вы наносите и получаете минимальный урон. Вы наносите и получаете... Зачем лишний раз рисковать? Вы наносите и получаете минимальный. Не пойму, подожди. Каменная стена. Вы наносите и получаете меньший... Ой, минимальный урон. Вы наносите и получаете минимальный урон. Чё-то я не понимаю. В каком смысле минимальный урон? Если меня ударят, я меньше получу или как? Было написано, вы получаете меньше, а наносите больше. Вообще была бы тема. Наверное, получается так, да. Потому что стрелочки, если так смотреть, то... Ну, ладно, давай поменяем, там посмотрим. Хуже будет, значит, нахер. Удалю. Так, здесь у нас еще ничего не было. Мы ни разу не попадались. Да-да. Это перемещение прикольно вдвойне в воздухе. Так, а что у нас за миссия? Вот это. Так, заходим сюда. Назад. Тихо. А где? Двигать чем? Ага, вот этим движением. Так, там завершено. Собаки остался недовершенный. Вот это херотень недовершена. Чувиха завершена. Так, у нас вот этот остался, получается. А что именно это? Покажи, кстати, я почитаю, я тоже хочу знать. Назад. Ага, это умения все различные. Ну это понятно, где их можно достать и все остальное. Тут нет. Подожди, назад. Вот это. Провести план действий. Это я понимаю. Я понимаю, что провести план действий. Но что, объясните, где описание? Сюда, там, вечер. Ставим. Фреймы запускают фейерверки каждый вечер. Хорошо.
Алексис, вот это он хочет танцевать под свою музыку, музыкальный микс. Надо мне... Что такое? Таля, поработать диджеем. Его тусовки, его... А... Ничего, да, иди написано. Ладно. Ладно. Ладно, ладно. Прости, Владиса, кажется, я нашел, что... Да, понятно. Алексей скажет... Карнезис. Карнезис. Чтобы заполнять слиток. Так, ладно, поехали сюда. Сейчас опять будет экшен, да? Экшен бой. Это безнадежно. Ты не разорвешь петлю. Ты знаешь, я упрямый. Я умнее, быстрее. Я помню все. Знаю твои трюки. А я новые придумаю на ходу. Это вряд ли. В каком смысле? Я же тоже запоминаю этот самый. Время. Ой, время. Хотел карту открыть. Ой-ой-ой. Ты посмотри. Набежала, блядь. Все, годится. Вот это я понимаю тему. Так, мне надо туда, правильно? Сейчас я знаю фишку. Фишку ход. Полетел вверх. А шо, я хотел, чтобы он вверх залетел, а потом его вниз опустить. Оно не получилось. Ну... Не достало. Ля, как будто в металл. Эй! Ебать, уебало. Или я не попадал просто в меня? Ну, давай. О, годится. Фу! Ой, два там. Да, кого-то в металл, прикольно. Ба! Ба! О, Фрэнк сдох. Нормально. Так, Фрэнк откинулся, да, и в этот же день... А, и в этот же день я, получается, валю того чувака. А с Фрэнком вместе валится... Не, ой, блядь, бетон. Фу, бетон, блядь. Граната вообще, да. А с Фрэнком, получается... Та ты битись. Нет, не с Фрэнком. Профессор, профессор, должен был профессор. Профессор ведь тоже должен умирать. По идее. Или нет? Нихуя себе. Шо? Ух ты, блядь. Ебать, тупо в никуда, блядь. О, годится огонь. Ты, на, блядь. Да вы заебали. Эй, я думал, я, блядь, упал вниз. Вот это нормальная тема. Защита так ничего работает. Вот это надо. Надо брать тушнягу обязательно. Вот на защиту, на восстановление и на этот самый, и прыжок. Все, больше ничего не надо. Где там еще? Брык. Не, вот так вот. Хе-хе-хе-хе. Обожаю, обожаю это умение. Наверное, мне кажется, что все, кто будет играть в эту игру, будет именно работать с вот этим умением. Оно реально кайфовое. Особенно с этой пушкой вообще огонь, ебать.
похую куда стрелять делать. На тебе, блядь, тупо в никуда, блядь. Хоть в этот самый. Хоть в пятку, блядь, все равно сдохнешь от взрыва. Сука, как тебе, как хоть бы одного, блядь, открыть? Мне и так прекрасно. Не, блядь. Хоть бы одну открыть, ни разу не открывал, ни одной, блядь. Вообще не интересно. Где там Джулиана со своими примочками? Мне бы не помешало, бы интересно, я смогу? Ух, жесть, с одного выстрела, ебать огонь. А где там? А ты один, да? Ой, не перезарядился. Поможет, я помогу. Завтра увидимся. Все, да? О, да! Чувиха. Возьмем вот это. Бля, сейчас опять туда улететь, короче. Погоди, мне надо взять. Мне надо подлечиться. Опа, и еще. Опа. А что там у нее будет? Что у нее будет за умение? Давай. Да. А я ж не смогу его улучшить. Блин, это последний этот самый. Так неинтересно, блядь. Это срань его. Вон она, говно, сука. Ну. Ёбана какаха. Покажись. Не ленись. Она, наверное, походу услышала выстрел и поняла, что, короче, шутки плохи. Что ты, гей? Где ты, блядь? Ебать, она ж тут где-то была. Чё за? Это не то пальто? Она спрыгнула? А что у нее, интересно, за умение, слышишь? 18 пулек. Не понял. Она ж тут была. Она упала. Сука. Это явно не она. Пустая трата времени. Где это говно, блядь, Алёна? Не понял нихуя. Ебать, а я пойду просто взломаю туда. Как бы не так уж мне сложно, хуй с вами. Ай, мне вообще-то больно, блядь. Мне вообще-то, сука. Больно, блядь. А, то ты. Бля, ты охуела. Подожди, тут где-то еще ползет. Полетел. Полетели на. Ох, ебать, она охуела. Ничего, все нормально. Черт, мой выход. Там, ух ты, вас двоих там. Не понял, пес прибежал. Ебать, вы охуевшие там. Стой. Годи. Опа, у нее тоже такая херня появилась. Да. Все. Да выебывалась. Ай, сейчас я-то выебаюсь. Ля, не разлет. Ух, ебать, разлетает. Просто в щепки. Обожаю эту пушку. Бля, смысл мне их собирать? Толку с этого? Вообще не понимаю. Вообще на изи. С каждым разом все лучше и лучше. Он дохлая валяется. Сейчас у меня тут надо жизни взять. Это что за... Не понял, что-то все перевернуто. Это видно. Жизни. Все? Да, все.
Еще живи. Там ничего. Ага, это она прибежала, поменяла, типа. Подумала, сейчас я его, бля, наебу нахуй. А тут, сука, на бочке упала с пивом и сдохла. О, у нее два умения. Какие, шо это? Улучшение. Так у меня было улучшение. И это давайте выпустим. А это взрывное? Рапира. Ой, полностью не пишется. А где еще? О, что-то я знаю, там тоже есть такое. Охо-хо, половина не пишется. Не пишется половина. Ваша пушка перезаряжается моментально. Теперь... А, настоящая мощная. Слышишь? Слышишь? А ну-ка, секундочку. Не, ну прикольно, конечно. Но вот это прикольней. Пусть даже перезаряжается дольше. Так, тут у нас... А, мне что, да, ебать. Их там дохуя. Ладно. Сейчас понабираем. Хватит мне патронов. Еще. Мало. Сейчас не надо. Чего? А. О. Все? Да, на кинжал не надо. Так, чтоб было. Все, так, опа. Хотел в этих хуярить. Это у нас... А что у меня максималка? Так. Пиу, нахуй, туда. Не, подожди. Сейчас закончится, быстрее, блядь. Ебать, его дрысло, нахуй. Сука. Нахуй. Нахуя она, блядь, а? Нахуя оно все надо вот это бить? Никто тебя не вспомнит, сука, черт тупой. Смысл я собираю? Тихо, 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 что-то я запамятовал, блядь. Хуяк, хуяк. Хуяк, хуяк, хомяк. Где-то еще была эта самая штукенция такая. Бля, шо опять экшеном? А забраться... А, обойти, да, там... Тут-то можно было? Нет, сюда обойти нельзя. Да, давай зажигай. Да, сюда обойти нельзя. А нигде обойти нельзя, да? Да, не иди. А, не, он какая-то дырка, слышишь? Ёбаный в рот. Это что за хуйня? Кто там кидается, блядь, а? Я покидаюсь. О, там ты... О, так там вообще спуски, слышишь? А ну, подожди. Ух ты, тю-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 тю. Я думал, я подзавис. Это что такое, блядь? О, нормально можно было пройтись. Так. А шо? О, он какое-то улучшение. Бля, там говно кидается. Это, блядь, понесла меня нелегкая. Что? И что он дает? Совершенно личный брелок. Отпрыгай давай. А смысл? Ебать, нет, обратно надо подниматься, а то я, блядь, навернусь. О, дырка, слышишь? А что это за дырка? О, карта. О, письмо. У меня, походу, до хера буква К. О. Какие-то лазейки, что-то это самое. Оп-ля. Заебись. Три кода, скорее всего, надо. А там что-то такое, такое, такое. А коды я смогу найти, я так понимаю, вот здесь, да? Вот здесь и вот здесь. Чтобы открыть это, ладно. Или вот здесь, здесь, здесь. Нет, это я здесь, вот.
Ага, пройти нельзя. Опа. Потому что. Нихуя непонятное чувство. Давай. Ай, тьфу ты, ёпта. Беда, печаль. Ладно. Так. Оп. Сюда. Оп. Хе-хей. Годится. Чё они не выделяются, не помню. Тут я никуда не заберусь, да? Появилась новая находка, Алексис пивной. Пивной Алексис. Подожди-ка. Раз. Два. Это понятно. Бля. А, о, тюбт. Я думал, не смогу наверх переместиться. Дверь закрыта. Опа, ребята. Строили на века, но если б не петля, все бы завтра уже развалилось. Ебать, и дохуя. Я здесь ради знаний, не ради тусовок, в отличие от некоторых. Реально дохера. Стой, тихо. Далеко не убегай. Он внизу идет или вверху? А еще кто-то идет. Это ты, шлюха, кидала там, блядь. Я ж, сука, чуть не обосрался. Ничего себе, как высоко. Я тут так высоко не... Я так высоко не был. Раз. Что, Брэд платит тебе за это? Вряд ли. Еще где-то решу, не помню, где он здесь. Поместье Дорси. А, мне надо. Если я тут спущусь, я сюда пробегу. И там окажусь. Правильно? Бэтна, я тоже его ищу. А, нет, это все поместье Дорси, все понятно. Тихо. Оп. Все, хорош. Оп, пометили. Велосипед на крыше, блядь. Вы чё, блин, издеваетесь? Я, конечно, понимаю, что это весело. Еще один. Хрен знает, нахер он тут нужен, объясните мне, пожалуйста. Опа, музыка закончилась. Что-то серьезное. Party World. Хопана. С одной пули не хватает. А кто-то есть. А ну, сейчас, подожди. Ты, блядь, туалет, нахуй. Ахуй, не открывается. Берем. Несем, пока мы снесем. Для музыка пропала, страшно стало. Еще выше. О, опять музыка. Ебать. А, вот там я вылазил в прошлый раз. О, вот, ребята, раз.
Дуас. Трис. Четырис. Пятис. Ебать, я дохуя. Еще где-то есть. О-о-о-о-о. Аж ножки дрогнули. Ну. Тут всё нихуя нету. А как определить его, где он есть, а? Блять, я тут шарюсь по... О, вот еще. Он еще, ебать, я дохуя. Просто немерено. Немерено. А нельзя как-то его тоже убить сдалека, ну, с расстояния? Типа как фейерверки, там всякая... Интересно, а если я спрыгну, я разобью то стекло? Что там горит? А, то фейерверки. Так что, али-ап? Али-ап? Ап, блядь! Оп, сука, я сказал. Ёба, она попиздила дошкой. Какие у меня дела? Заебись. Мне же не показалось. Показалось. Наверное. Что такое? Это плохо. Блять, как бы отключить его, сука? Нету новых. О, новое сообщение. Зари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 рir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 
А так, блядь, на приседках то и дохуя, блядь. Так а как его обознать, ёпрысы ты, а? Разве я нашел то, что вынудит Алисиса? Так а что это такое? Я, блядь, вот сука. Нахер. Блин. Это я тормознул. Я ж мог просто перекрыть пиво. Писец. Я прошел целый уровень. Каким до самого верха. Твою налево. А, подожди, где-то... Я ж могу быть диджеем, точно. Я ж... Наверное, вот это я имел в виду. Что, когда я изменю музыку? Правильно? Да. То он будет... Никуда не идет, никого никого не зовет. Ни к чему. А, вот тут-то были чуваки, я их хуярил.
Да, вот тут окно было открывалось, и меня хилячили там. С другой стороны, соответственно, они бежали сюда наверх. А если я обратно перемещусь в пивную, то просто далеко, ох, как ярко, ёлки, аж по глазам ударил. Блин, я не знаю, что делать. Я просто понимаю, какой экшен был в этой, ну, в предыдущих сериях. Не, ну просто крайне не хочется обратно повторять этот экшен. А это был, ну, просто трэш. Ебать, не найду. Раз, два, три, четыре, ебать. Так и больше, в три раза, наверное. А я ж не смогу туда допрыгнуть? Не, не смогу. Вон еще одна. Ох, еще один. А сколько максимально может взять? Нихуя себе. Ты видел? Общая тема. Есть там кто-то? Дикий зверь? Идеальный охотник. Ебать, это что такое было? Застрелите меня, блядь. Сейчас будет. Сейчас так и будет, ебать. Так, там пока постреляю сейчас. Блядь, короче. Серьезно? Вот так вот, проще было. 24 патрона, надо экономить. Эй! Бля, никто не заходит. Что за хуйню, блядь, ты кидаешь, а? Блядь. Не надо обходить с фланга. Да сколько вас там, блин? Вылазит и вылазит, сука. Как они меня заебали. Хорошо, что это самое. Возрождается все. Перезарезаю. Он умер, не? Не умер. О, теперь умер. Не понял. Он же сдох. А это он был? Да давай, бля, быстрее. Вот это нормально, перезарядка. Ой, перезарядка. Ой, блядь, не попал. Как быстро. Да ты посмотри. Прям, сука, в тот момент, когда я... Бля, на тебе бутылку. Патроны у него, блядь, кончились. Что там, где там? Что? Он что, где-то рядом был? Или мне показалось? Да. Готов начать заново? Нет, не готов.
ж тебя урою! Зыка охуел. Три патрона. Ебать, да сколько вас там? Закроем. Сюда пойдем. Сюда выйдем. Ебать, вышел на. Тихо, не. Мало патронов. Надо как-то выйти отсюда. Что-то не дело. Слышишь, ты вообще работать будешь, нет? Здесь я, блин. О, вот это еще у меня есть. Нет, у них кого. Я. Свои. Ух, ебать, уебало. Ничего себе. Вижу, смотри, я. Ой, не то нажал. Секунду. РПГ. РПГ, блядь. Ема. Хоть поработаю. Кто никогда ими не работал, на. Спрыгнул вниз? Это что такое? Да где? Что еще у нас есть, а? У нас вот такая, о, вот такая еще есть. Оставим, ладно. А мне нужны патроны. А где были патроны? Это не те патроны. Понял. Показалось. Так, мне надо перепрыгнуть. Алле. Ап. Ап. Алле. Ап. Хуя себе, алле, ап, блядь. Это шо? О, берем улучшение. Всякая хуеты. Короче, все равно оно все улетит нам. Нету смысла. Так, короче, где там пивная? Пивная бара. Пивбара. Где там внизу? Ебать, ты шо, пуля непробиваемая? Так, вот пивнушка. Что у нас тут можно сделать? Пивнушка. Да, возьмем. Давай, это тоже возьмем. Пивнушка. Надо что-то поломать. Как неожиданно. Ни хрена себе, бля. А, так подожди, это ж. Все, да? Сломай экран и спил. Хуя себе, оно еще, блядь, выдержало. Раз. Бля, такой гром, да, когда никто вообще не услышит. Ну, ладно, короче, я понял суть. О, бля, 4, нихера себе. Это тут пиво. Что-то где-то светится. Ну, еще где-то что-то. Еще где-то что-то еще. А, так это ж выход, все, я понял. Да там наверху чувак этот дохлый. Так, наверх. А, мне ж надо, потому что я могу улучшить и оставить, да. Шо я торможу. Раз, два. Шо это? А, не идет, это. Это шо? Это
Потом, если что, попродаю. Это что? Это то же самое, туда же. Все, да? Да. Хрена себе. Бля. Где окно? Ебать, окна все закрыты. Главное, его бы откуда вы, блин? Я не понял. Куда? Сука, понабирались, блядь, а? А, подожди, мне там внизу можно. Не парись. Вон он, да. Выход. Это они все отсюда? Ой, блядь, а что ж такое? Все отсюда пришли, получается. Мне туда показывать? А, ну все правильно, вернуться, но ведь какая разница, где мне выходить? Да какая в пизду разница, блядь? Ой, да что такое? Я что-то пропускаю? Не понял. А, во. Ёпты. Сладких 5 секунд сна. Вот почему я такой нервный. Между прочим, двоих сразу увалил. На секундочку. Даже троих. Так, вот это пивная, да. Вот эта пивнушка, надо ее. Блин, если я взорву, там все, да? Ух, сколько всего. Ух, сколько всего. Подожди, подожди, надо же поулучшать. Ну, продолжить это хорошо. Вот, вот сюда. Насытить. Еще больше максимального здоровья. Попробую, чисто для прикола, они же интересно. Где-то была такая башка, а вот она. А, прочный череп, я-то думал. Тусовщик, что это такое? Вы получаете меньше урона, который рядом люди. Прикольно. Двойной удар. А вот это что такое? Теперь перемещение практически бесшумно. Ну давай. Так, а все остальное можно продать чертям. Да, все, что я получал, оно переместилось, правильно? Да, это что? Нет, все, ладно. Продать. Дел. Потому что мне там надо улучшить кое-что еще. Это у нас что, точность всех ваших пациентов было. Короче, это дел. Это у нас что? Скорость перезарядки занимает. Вот это ставим, да. Это что? Нанесение урона противника всеми. Это дел. Отдача убрать. Заведение силы забирать. Это что, подожди? Перформанс. Пули пробивает. Ага, понятно. Двух места взрывается, нет смысла. Это две разные, нет, две одинаковые. Амортизатор. Ох, сейчас как чихнул. Я не чихнул. А да, часто остается на ноганс. Ой. Немного слабее, ух. Нахер, короче. Дел. Так, вот это улучшаем. Это улучшаем. Все.
Все. Все годится. Начать новый день. Начнем новый день и закончим серию. Все, всем спасибо за просмотр, за прослушивание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Всем спасибо, всем здоровья, счастья и удачи.